рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» 4 ноября Ульяновская филармония и Ленинский мемориал представили «Арт-ночь. Город с нами». Пятичасовой культурный марафон стартовал с концерта «Мистер Саксофон». Перед ульяновцами выступили Ульяновский духовой оркестр «Держава» и квартет саксофонов Казанской государственной консерватории имени Жиганова. Музыканты исполнили уникальные произведения для саксофона соло и квартета саксофонов и джазовые сюиты. Арт-ночь в Ленинском мемориале посетил председатель законодательного собрания Ульяновской области Анатолий Бакаев. Он принял участие в работе площадки «Открытый микрофон». Одно из центральных мероприятий «Арт-ночи» стало открытие выставки Дома-музея народной артистки СССР Людмилы Гурченко. Ульяновск стал первым городом в России, принявшим эту экспозицию. В экспозицию вошли редкие экспонаты, фотографии, книги, личные вещи и уникальные платья и костюмы, позволявшие Людмиле Марковне во все времена оставаться иконой стиля. Для юных зрителей детский шоу-театр «Карабас» провел игровое представление, а в Академии для маленьких участников познакомили со струнными инструментами. Завершили программу «Ночи искусств», «Танцевальный вечер» и дефиле театра моды «Гранд-шоу». Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.